нас видели по меньшей мере 7 маглов. Вы понимаете, насколько это серьезно? Вы подвергли наш мир риску быть обнаруженным. Я уже не говорю об ущербе, нанесенном вами гремучей иве, которая росла на этой земле задолго до вашего рождения. По правде, профессор Снейп, она нанесла нам больший ущерб. Молчать! Уверяю вас, будь вы студентами Слизерина, решая вашу судьбу, я, вы бы ехали сегодня на поезде домой. Но, к сожалению, это не так. Это решать не вам. Профессор Дамблдор? Профессор МакГонагал? Директор, эти юнцы нарушили закон, запрещающий несовершеннолетним использовать магию. За это... Я хорошо знаю наши законы, Северус. Тем более, что большинство написал сам. Но все же, факультет Гриффиндор возглавляет профессор МакГонагал, и ей решать, как с ними поступить. Тогда мы пошли собираться. О чем вы говорите, мистер Уизли? Вы же исключите нас. Не сегодня, мистер Уизли. Но я делаю вам последнее предупреждение. Вы совершили очень серьезный проступок. Я сегодня же напишу вашим семьям, и вы оба будете наказаны.